Привет, сейчас я буду делать Packet Tracer 7.4.1.2. Здесь у нас настройка, донастройка сети, скорее, чем настройка, так как тут почти все настроено. Но у нас есть вот эти вот задания, нам нужно их выполнить. Я их буду выполнять по порядку, давайте начнем. Сначала нам нужно разделить сеть на две подсети. Здесь у нас /19, значит будет /20 и будет 172.16.128. Потом будет 144 и до 160. 128, 144, 144, 160. Это у нас будет две подсети. Давайте их сразу настроим на маршрутизаторе, как нас и просят. Здесь вот есть требования, на какой порт что назначать. Поэтому давайте. Enable, Configure Terminal, Interface G00, IP, адрес. 172.16.159.254. Это у нас последний адрес, второй из подсетей. И маска подсети 255.255.240.0. Теперь интерфейс G01. Здесь адрес меняется только вот тут. Маска и все остальное не меняется. У нас опять же последний адрес, но уже первой подсети, значит тут у нас 144. 143 точнее. 144 это начинается уже следующий. 143. Все. Настроили адреса на этих двух портах. Давайте настраивать дальше. Теперь нам нужно настроить компьютер. Он у нас находится во второй сети. И первый адрес второй сети это у нас 172.16.144.1. Маска подсети у нас тут 240. Ну и шлюз по умолчанию. Это тот IP, который мы только что задавали нашему порту. Это у нас 172.16.159.254. Все. Закрываем. Можно проверить. Все, все сохранилось. Все правильно. Давайте настраивать дальше. А дальше нам нужно настроить RIP на HQ и на бранч сервере. Так как мы уже в филиале, то есть бранч маршрутизаторе. Давайте сразу тут и настраивать. Выйду. Роутер RIP. Сразу версия 2. Сразу отключаю No Auto Summary. No Auto Summary. И нам нужно настроить два этих порта. На, как нам это написано, секунду, пассивный интерфейс, вот, боже, слово забыл, простите, пассивный интерфейс, G00 и G01, все, на этом маршрутизаторе всего два пассивных интерфейса, здесь у нас на HQ их будет три. И нам нужно прописать три сети. Чтобы их посмотреть, можно прописать do show IP route. Вот у нас три сети. Network. Network. Копирую первую сеть. Вторую. Network. Копирую тоже. И так все три нужно скопировать. Вот третья у нас. Все. Скопировали все три сети. Полностью настроили маршрутизатор практически. Ну, до текущего шага этот. Теперь давайте настраивать следующий. Заходим в HQ. Командная строка. Enable conf-t. Здесь у нас тоже нужно настроить роутер RIP, версия 2, no auto summary, тоже пассивные интерфейсы, passive interface, это у нас G00 тут, G01 и серийный 001. Все, три пассивных интерфейса на этом маршрутизаторе, и нам нужно... Три сети, три, потому что нас просят все сети, кроме интернета, поэтому три.
do show IP route. Вот мы видим сети. Первая — это интернет. Три оставшиеся — это наши как раз нужные сети. Network. Копирую вторую. Copy paste. Network. Следующую. И так третью. Все. Настроили три сети. И так как этот роутер у нас будет роутером по умолчанию, нам в RIP нужно прописать Default Information Originate. Все. А теперь давайте сразу же настроим этот роутер как роутер по умолчанию. Пишем IP route 40.0.4.0. И наш порт нужный, это у нас будет Serial 001. Все, настроили этот роутер как роутер по умолчанию. Давайте теперь настраивать ACL, то есть списки контроля доступа. Вот нам дано имя. Ну и тут расписано, как его настраивать. Я просто буду настраивать. Можете почитать. Ну или тоже настроить. Пишем IP access list standard. И вставляем имя. Создаем список. Теперь нам нужно на его настроить. Здесь нам нужно запретить доступ к серверу. Поэтому пишем deny 172.16.144.0 и количество бит 00.15.255. Все. Ну и кроме этого нужно разрешить весь основной трафик permit any. Все, это мы настроили, теперь нужно его назначить, этот список контроля доступа, назначить нужному нам интерфейсу. Это у нас G01. Интерфейс G01. IP access group. Вставляем опять название. Out. Все, теперь нужно настроить ACL на филиале. Это делается также, но здесь немного другое нужно запретить, но почти то же самое. IP access list. Копируем имя, потому что важно его правильно написать, чтобы получить все баллы. Ctrl-C. Вставим. Забыл слово standard. Секунду. Standard. Все. И настраиваем этот список контроля доступа. Здесь у нас deny 172.16.64.0 и количество бит 00.63.255. Все, настроили этот список, ну и кроме этого прометайни, не забыть это нужно, то никакой трафик не будет проходить. Теперь настроить его интерфейсу. Интерфейс G01. IP access group. Paste out. Все, мы полностью настроили наши два маршрутизатора, все, что от нас требовалось, по порядку, и мы видим, что у нас 60 баллов из 60. Значит, мы все сделали правильно. Можно нажать Check Results, посмотреть Assessment Items. Вот, видим, здесь все правильно. Если у вас что-то не так, можете посмотреть, что. Надеюсь, у вас все получится. Пока.